сегодня на обзоре Ведьма ВК-2450. Свежая машина, только запустили, поэтому есть возможность все показать подробно. Итак, вот общий вид. Вот у нас лоток для подачи белья, лоток для приема белья. Подающие ленты видны. Здесь снята сейчас специальная крышка, вот она лежит. Здесь у нас, соответственно, гладильные ленты и вал. Мы можем увидеть и вал, и ленты. Это ленты отсекающие. Тут у нас убирается мусор и влага. Там у нас вентилятор. Это у нас подключение к системе отвода воздуха. Задняя стенка. Специально сейчас сняты крышки. И мы можем видеть движение лент. Боковая. Подключение машины. Здесь очень нужно серьезно отнестись. Амперы минимум 60, максимум 80. Поэтому надо обязательно толстенные соответствующие по нагрузкам кабели ставить и вилку-розетку на стене. Тут подается белье, оно проходит внутрь, проходит по валу вместе с лентами, проходит внутри и падает вот отсюда вот вниз. Все, такая вот прекрасная машина. Для сравнения,